Камера, мотор, съемка. Ребят, всем привет! С вами канал Русский Компас. Я его ведущий Сергей Олегович. Находимся в охотничьих угодьях. Охота у нас весенняя на гуся. Вчера гусь шел на кислороде высоко. Вот, расставил чучела, сделал скрадок. Сегодня у нас 28 марта, второй день охоты. Облачность, давление давит, пасмурно моросит. Гусь летает, но уже молча. На манок не откликается. Вот, на чучела не реагирует. Ходит кругами, на поля пока не садится. И охотимся мы сегодня. ИШ-27, 12 калибр. Патроны, охотничьи, игла. Вот, стоим. Время сейчас у нас 12 часов. Да, время 12 час. Половина 12-го. Сейчас еще маленько постою. Вот. И пойдем, наверное, перекусим. Вот такая охота. Ворону. Ворону добыл. Ворона грач. Без ограничения. Холодно, ветер сильный дует. Вот где-то кричат, но не видно, потому что туман, какая-то вот изморозь, как будто бы моросит, дождь не дождь, и непонятно, какая здесь погода. Так, кто у меня там спрашивал, где мы охотимся, ребят, сейчас я вам скажу. Так, Поспелихинский район. Охотничье хозяйство. Арсенал. В Арсенале, значит, мы охотимся. Охотничье хозяйство. Арсенал. Поспелихинский район. В принципе, гуся здесь очень много. Особенно вчера. Прям косяк за косяком. Тысячами, тысячами шел. Но транзитный. В ту сторону, на север идет. Ветер холодный. Мужики у нас одни там сидят, одни там. Вчера кто-то выставлял профиля. Сегодня смотрю, уже сняли. Переехали, видать, в другое место. Вот такая охота на гуся. Сложная. Ставим лайки, внизу под видео пишите ваши комментарии. Все комментарии я читаю, ребят, всем отвечаю. Будем охотиться дальше. Вообще тишина. Никого не видать. Все охотники, наверное, шашлык жарят и водку пьют. Такая охота на гуся. Ладно, ребят, буду заканчивать. Связь плохо здесь ловит. Так, периодически захожу, где связь есть в интернет, читаю. По возможности отвечаю. Все,